Как правильно? В Украину или на Украину? Правильно, из Украины. Как правильно? Порошенко или Саакашвили? Правильно, Путиным займитесь. Как правильно? Крым наш или все не так однозначно? Правильно, Крым-Украина. Как правильно? Ополченцы или сепаратисты? Правильно, российские оккупанты. Как правильно, в Украине кончается сало или в Украине кончается газ? Правильно, в России за последние 2 года было раздавлено 17 тысяч тонн продуктов. Без газа живут около 60 миллионов человек, а 20 миллионов пребывают за чертой бедности. Как правильно, хунта или бандеровцы? Правильно, кремлевские чекисты. Как правильно, старшие братья или один народ? Правильно, враги. Как правильно, повторный референдум или не бутерброд? Правильно, российский либерал споткнулся об украинский вопрос, маска демократа упала в грязь, а под ней кривая рожа имперца. Как правильно, скорбеть или не скорбеть? Правильно, готовиться. Готовиться к прослушиванию хора Александрова. Как правильно, давайте помиримся или давайте обнимемся? Правильно, ров с крокодилами, бетонная стена, сторожевые вышки. Как правильно, распятый мальчик или зажаренные снегири? Правильно, выключить телевизор и включить мозг. Как правильно, дойдем до Киева или дойдем до Лондона? Правильно, встанем с колен и доползем до ларька. Как правильно, ДНР или ЛНР? Правильно, ПНД. Как правильно, победим киевских фашистов или отдадим Львов Польше? Правильно, управлять вселенной, не привлекая внимания санитаров. Как правильно, добираться до Донецка и Луганска, воевать за русский мир поездом или машиной? Правильно, лифтом. Александр Тверской.